25 марта в Институте международных отношений и востоковедения КФУ прошла Всероссийская научная конференция «Учитель истории в социокультурном пространстве Евразии» в конце 20 и начало 21 веков. Посвящена конференция 140-летию основания Казанского учительского института. К участию были приглашены студенты из Беларуси, Казахстана и Болгарии. Все участники рассказали об особенностях исторического образования, обсудили его изменения. Но все же главной темой для докладов и дискуссий стал портрет современного учителя 21 века. Стоит отметить, что перед всем институтом стоит важная и ответственная задача – подготовить современных учителей по современным требованиям. Важно, что в Казанском федеральном университете уделяется большое внимание и методике подготовки учителей, и конкретной работе с преподавателями. И на сегодняшний день я могу сказать, что вот подобные научные конференции, они выявляют не только проблемы, но и устанавливают новые задачи, которые стоят перед учителями.